Сосед подгорнул, ну так, подгорнул, так называется, подгорнул. Я, короче, попробовал свою. Вот, тут бугор, вот этот, вот от низа до низа, до верха, будем так говорить, ну, сантиметров 30, наверное. Это дисками. Ну, сырая земля после полива. Рядки вот такие. Блин, не тянет он диски. Завтра заряжу фрезы, окучник и между рядками. Вот. Иначе вот второй, вот так как бык поссал. Херня полная. Или ждать, пока немножечко просохнет. А там в конце хорошо. Там 10 метров не дополивал. Вот. Если она поднимется еще выше, то тогда вообще будет еще хуже. Сейчас ее подогнуть, а потом еще разок. В общем, на фрезах диски не прут. Не, ну вот окучником между рядками крылья нарастил, чтобы подальше отгребало. Конечно, ровнее, быстрее, без комков. Ну, как вчера были, вот такое выворачивали. Лантухи такие выворачивались. А сейчас вот оно, все как по струночке. Первые два выровнял. Ну, вот здесь прошел и вот здесь. Туда-назад. И он выровнялся. Вот и все. Ну, с краю от дорожки, понятно, там не проходил. Надо было вчера один пройти дисками, как раз от дорожки. А остальное сразу вот. Вот этим, не напрягаясь. Так же, как и всегда. Я там, тут фреза, тут окучник. Борозда не топтана, получается. Уже так и сажаю лет 10, наверное. Сажаю, копаю, окучиваю. А что, так можно было, что ли? Ну, смотри, вот почему именно так. А не по-другому, да, не как обычно. Вот. Фреза спереди, потом окучник, потом идет вот человек. И все это дело как бы происходит, да, он там в борозде. Вот в обычном исполнении, да, когда руль стоит вот в эту сторону, то когда зарывается сам окучник, плужок, да, так называемый, его нужно выдергивать. Его нужно выдергивать, и это означает, что нужно мотоблок практически постоянно нести на руках, что не очень хорошо. Это нужно его постоянно выдергивать. Если не выдернул, он встал на месте. В таком исполнении тут как качели. Мне нужно просто на ручку нажать, чтобы поднять. То есть я прижимаю, я его не ношу на руках, я на нем вешу, грубо говоря. Если его бросить, он сразу остановился, зарылся и все. Мне ручку нужно нажимать вниз. Вот. Что намного легче и проще. Да, задом надо идти. Ну, я ориентируюсь все-таки. Между рядками иду, и мне боковым зрением прекрасно видно. Плюс я вижу всю линию, как она идет, криво, косо. Вот. Что не дает возможности, когда я иду сзади. То есть я вот эту линию не контролирую. Я там вижу, что спереди, да, как бы, и все. И попробовал, когда я его купил, 15 или 16 уже, наверное, лет назад. Я попробовал, наверное, года 3 я пытался мучиться, пока вот не стал на эту сторону. И все. Я перестал носить мотоблок на руках. Я вот, вот там есть штырь, могу ногой его прижать, что если он сильно зарылся. А так вот, все идет вот ладошкой, вот так нажимаю, едет, вот так чуть бросил. Там в основном за ручки и держусь, просто его направляю, так, чтобы он на бок не завалился. Все, он дальше прет. Ну что я там, я за него просто держусь, чтобы я не упал. Все, на этом как бы и все. Так что я не знаю, меня уже не переучить.
наверное, лет 10-11, вот только в таком исполнении, варианте вот, занимаюсь. В 100 тысяч раз легче, удобнее и так далее, и тому подобное. Но это про фрезы. Вот, как-то так. И картофан на нем же точно так же сажаю. Я контролирую шнур. Вот. В этом году я натягивал шнур, поэтому ровно так все получилось. Иду, я вижу шнур, я вижу линию, как она идет, что идет. Контролирую, чтобы вот фреза шла. Очень удобно доворачивать. Ты здесь вот повернул, плужок сюда повернулся. Туда повернул, туда. То есть вот эта качеля туда-сюда, да, лево-право, она абсолютно одинаковая. То есть вот они ручки, вот он уже окучник. Вот она фреза посередке. Контроль. Четкий контроль. И не надо его носить на руках. Ну вот и вся фишка. Он сам прет. Успевает только заворачивать. Тут и вон там. Как-то так. Ладно, поехал дальше. Все, закончил. Мотоблок отогнал. Вот. Полностью. И эту сторону тоже прошелся еще раз. Сами гребни 25-30 сантиметров получились. Ну, они сами получились. Вот, как-то так. Камера, конечно, глубину не передаст. Блин, слово такое, не передаст. Некрасивое. Не передает. Вот. Как оно все выглядит. Ну, мне нравится. Почему нет? Сейчас она чуть отойдет от этого шокового состояния, подгортания с неделечку. И потом продолжу полив также через ленту. Впрочем, как и всегда. Ну, если дождей не будет. Вот, как-то так. Все, друзья, всем пока. С вами был Санек. Сам процесс я показывал. Есть видосы прошлогодние, позапрошлогодние. Там меня вообще чуть ногами не запинали. Ну, я делаю так, как мне нравится. И буду делать так, как мне нравится. Все, друзья, скоро увидимся.